Данное видео возможно употребление ненормативной лексики, оно не имеет цели кого-то оскорбить или унизить и несет исключительно развлекающий характер. Всем привет, мы продолжаем проходить God of War Ragnarok. В прошлой серии, значит, мы поиграли за Атрея, вновь за Атрея поиграли, забыли уже даже как за него играть. Мы попали в Хельхейм по заданию, чтобы найти вторую половинку маски, но что-то там у нас пошло не по плану, немножечко Атрейчик ошибся. Так, выпустил бешеного, бешеную псину. Все будет хорошо, все в порядке. Выпустил псиночку, Атрейчик захотел вернуться домой, что он там задумал, неизвестно. В принципе, Один нас отпустил, видно было по нему не очень довольное лицо. Сказал он, Атрейчик, идешь домой, значит, масочку верни, и Ингрид, верни меч. И можешь лететь на все четыре стороны. Так, пора с ним встретиться. На сей раз я не убегу. Так, я почти дома. Все будет хорошо. Все в порядке. Все в порядке, все в порядке. Это же Атрей не знает, нет, что мы сделали. Нет, нет! Это ты! Стоп! Это ты! Парень! Ты вовремя! Присоединяйся к драке! А что это горит? Прекратится, пока не закрыт разрыв между мирами. Атрей не подпускает ко мне. Где? А ты можешь? Тебе обязательно так близко стоять? Как там превращаться? Хорошо, сейчас. Давай. Сейчас. Они так и прут. Оторвись от них и помоги мне закрыть разломы. Хорошо. Жду сигнала. Леса Рифа. Леса Рифа. Леса Рифа. Не получилось. Копье батина. Отец! Вставай! Помоги Фрея, я их отвлеку. Новый путь ярости выбрал. Управление гнева, вспышка гнева позволяет нанести огромный урон одному врагу. Это против боссов хорошо. Не вижу. Леса! Рифа! Слева! Леса! Рифа! Они взрываются! Забери! Заценила, Трей? Куда я? Это что такое? Инфаркт? Я не понял. Тюр. Все кончено? Не с твоей помощью.
А где Атрей? Атрей? Беглец вернулся и привел с собой гостей. Да, не дергайся. Сказал же, я цел. У тебя кровь. Хватит кудахтать. А вот и Атрей. Как тебя называть? Что случилось? Я виноват. Эти скитальцы, они повсюду! Повсюду! Ты не виноват. Нет, виноват! В Хеле был волк. Он был в цепях, и я его выпустил. Я думал, если... Карма! Чтоб тебя перекосило, выпустил Гарма! Гарма? Кто выпустил? Это же безумие! Это ведь не ты, да? Если пес Хеля на свободе, он прогрызет ткань всех миров. И скитальцы — это лишь начало. О чем ты думал? Да! Так набедокурить надо было еще постараться! Что заставило тебя так поступить? Это деяние Локи? Хватит! Оставьте его. Атрей допустил ошибку. И мы ее исправим вместе. Спасибо, бать. Дивно. Если ты не против, я лучше останусь тут. Хватит с меня визита в Хельхейм. А что мы без Мимира? Воссоединение. Я думаю, хорошее переход сделал. Что знаю, как теперь попасть в Хельхейм. Может, Белка знает. Мы должны немедля поговорить. Немедля. Немедля? Подождите. Здесь какие-то ништяки лежат. Кто не пособирал, Трей? Ну я ж тебе учил собирать все подряд. Это дело крайней важности. Сущность Хель, две штучки, уникальный ресурс. Атрей, почему не забрал? Замерзшая искра! Фрагмент. Разговор необходим. Сейчас же. Где ты есть? Господа, приношу извинения за резкий тон, но то, что недавно произошло в Хельхейме, абсолютно неприемлемо. Я настаиваю, чтобы вы немедленно разобрались с ситуацией. Хорошо. Заклинаю. Стоп. Я скрин сделал. Вернитесь в Хельхейм и исправьте то, что было сделано. Хорошо. То есть мы все-таки все равно идем в Хельхейм. Хельхейм 2. И рискну прибавить. Больше так не делайте. Хорошо. И постарайтесь не облажаться. Ты что, не будешь, ну, читывать меня? Нет. Нет, посмотри уже на копье. Я рад, что ты... порядке. Ладно. Ого. Может, мне стоит почаще убегать? Атрей. Шучу. Прости. Ляпаса получит мне копье. Откуда у тебя новое копье? Бром сделал. Из Драупнера. А что это? Это кольцо. Ну, что за кольцо? Не знаю. Был бы ты там, спросил бы. Видал? Че оно вот так вот может сверлить, смотри. А еще на нем можно прыгать и скакать, и взрывать скалы разные. Погнали, врата загрузились.
Ты видел? Я ничего не жму. Я ничего не жму. Опа, здрасте. Он, наверное, испугался. Он долго просидел на цепи. Молотилка Хеля. Давай не будем делать ему больно. Животное в отчаянии самое опасное. Я знаю. Откуда мы вылупились? Ага. Легенды, две легенды и два ворона здесь. И оружие что-то горит. Но это спартанская ярость, похоже, горит. То есть, смотри, я не ожидал, что здесь будет третий вариант. Это гнев. Чтобы потратить сегмент спартанской ярости и атаковать врага, нанеся ему значительный урон и наложив дополнительные эффекты в зависимости от используемого оружия. Убийство врага восстанавливает небольшой объем вашего здоровья. Улучшение позволяет увеличить наносимый урон. У меня 14 тысяч опыта есть. Сразу как бы давай качаем как минимум. Да. Патрея 14 тысяч. Так, я себе могу здесь что-то улучшить? Не могу. Не Левиафан, у меня все вкачано, да? Патрея 4. Немножко подкопить надо. Значит, тогда в принципе, почему бы и нет, сразу спартанская ярость, гнев в максимум. Ялфа! Пока он не наделал еще дым. О, сейчас я покажу, как работает копье. Смотри, Атрей. Смотри. Ты можешь своим копьем сбить тот камень? Могу, он смотри. Вроде хрупкий. Ух, смотри, бам. Сила ветра, здорово. Круто. Смотри. Просрало что-то, подожди. Что-то не то. Ладно. Полезли. Один велел тебе его освободить? Что? Нет. Почему? Разве ты не работаешь с ним? Не так, как ты думаешь. Что бы он ни пообещал, не верь ему. Я не верю, но у него есть то, что мне надо. Трудно объяснить. Маску? Атрей хочет маску? Добавочка. Прошла добавка. В принципе, вот эта атака тоже восстанавливает здоровье. Но это хорошо должно быть. Надо туда забраться. Но эта глыба мешает. Я разберусь. Думаю, нужно заминировать с нескольких сторон. Нужно больше зарядов. Максимальный заряд. Атрей, а ну... Куда ты побежал? А ну попробуй мне вот сюда вот так вот. Раз... Не сработало. Вижу. Взглянем иначе, мы что-то упускаем. Давай взглянем иначе. Значит, нужно заминировать все точки. Да. Продолжай. Получилось.
Попал! Молодец! Здесь надпись. Атрей, сможешь прочесть? Ветер твоих крыльев. Ничего себе, Кратос научился читать глифы. Молитва Хрёсвельга. Ветер твоих крыльев остудит мои кости и наполнит мои паруса. Мне кажется, что эти слова одновременно оскорбляют орлицу и выражают преданность ей. Атрей отреагирует как-то? Будет реакция Атрея? Батя прочитал сам записку. Без Мимира. Ты работаешь на Одина. И говоришь, это трудно объяснить. Почему? Тебе просто надо мне довериться. Я понимаю, что не имею на это права. Но все же прошу. Что есть у него, что нужно тебе? Почему ты не можешь сказать? Все запутано. Ну а ты? У тебя новое оружие? Ты же вроде не хотел войны. И не хочу, но... Все запутано? Все запутано. У всех есть тайны. Иногда только так можно защитить своих близких. Не переживай насчет Одина. Я туда не вернусь. Я рад это слышать. Разрыв между мирами. Разрыв между мирами. Гарм постарался. Кажется, я знаю, как Фрейя его закрыла. Сможешь отвлечь врагов? Смогу. Будешь готов, скажи. Сейчас, Атрей. Думаю, если пойдем за скитальцами, найдем Гарма. Погнали. Колдуй. Леса Рифа. Леса! Рифа! Ай! Получается? Если бы оно еще вот так вот не засвечивало яркостью своей бешеной. Так выглядит прикольно. Здесь еще полюбить сделать. Топориком. Почти вышло. Леса, Рифа. Они же так мороженые. Я не вижу, что он там меня упашет. Палата Хель. Палата Хель. Спасибо, что ты пошел со мной, хоть и не обязан был. Закрытый разрыв. Я твой отец. Я всегда буду помогать тебе, пока смогу. Ну, все равно спасибо. Скажи мне, что ты делал в Асгарде? Я переводил тексты для Одина. Он нашел одну маску, и с ней связан магический разлом. Все довольно... Запутанно. Да, но я встретил там ровесник. Рукоять, подожди, Атрей, рукоять целебного гармонии, целебной гармонии. Ага. При полном заряде вечной мерзлоты удары топором восстанавливают здоровье Кратоса, но получаемый урон при этом увеличивается. Блин, в принципе,
Довольно-таки крутая рукоять. Тоже имеет силу защиты. Тем более у нас билд как бы базируется, видишь, на вот этой вечной мерзлоте. Это как бы интересно, так-то да. Рукоять целебной гармонии. Мы друзья. Качнуть бы думаю, ее туда. Думаю, еще друзья. Нельзя верить тем, кто предан Одину. Доверие не всегда плохо. Оно мешает рассуждать трезво. Может, а куда вы? Я устал от одиночества. Атрей. Ох, я. Давай сначала разберемся с воротами. Давай. Я уже вижу, что мне нужно крутить. Ворота перекрывают шестерню. Есть идея. Ну-ка попробую вот так. Так. А, оно что-то не сработает. А, все, я понял. Не-не-не, волков оставь. Бери. Что думаешь? Попробуем мои новые стрелы. Они направляют стихии. Паука! Есть? Заморозила? Враг слева! Мороженое, да, будет? Обойди блок! Алка! Бери свою метку. Так, куда нам? Дальше будет сложнее. Он уже здесь! Видел? Он рвет этот мир на куски! Алка! Лобы! Надо есть остановить. Есть все, что-то. Я виноват. Я виноват. О, надо топор было проверить. В той колонии есть выемка. Попробуй вставить туда копье, но с другого угла. Другого угла. Другого угла. Обойди блок! Поехали. Да, что-то лечит там. Да, подлечивает. Неплохо. Так, сундук мы тут по-любому забираем, да? Ах.
Атрей умеет пользоваться. Оп, оп. Осторожно! Интересная рукоять. Так, прощение зверя. Шлеп, 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 шлябысь. Это вместо хлам пушки, да? Немейский разгром. Немейский разгром мне нравится, как работает. Шляп, шлепкает так. Да, на максимальном уровне что дает. Да не я. Атрей, я не хочу, чтобы ты расстраивался, но твое решение пойти в Асгард, помоги мне понять. Один не хочет Рагнарёка. Да, ему нельзя верить, но мне нужна была помощь. Я тоже хочу предотвратить Рагнарёк. Я бы тебе помог. Я знаю, но... Погоди, вот он! Тихо, тихо! Все хорошо, малыш! Все хорошо! Успокойся! Тише! Нет, мы просто... Ты пытался, ты кто такой? Сзади! А чё ты орёшь? Блин, он упал, разбился. Отличненько. Вы таких на арене били. Сюда. Тут можно пролезть. Этот упал сюда. Так, где-то здесь должна быть еще птичка Одина. Кстати, когда перезарядится, я поменяю. Мне не нравится этот. Ну, как-то так. Может, здесь, конечно, улучшить, оно, оно как-то медленная атака. Вот хлопушка, она прям так чувствуется в мощь ее. Как в том, что... По всей ширине хлопушки, кто попадает в радиус этого конуса, все получают хороший такой шлепок. Если Один хочет избежать Рагнарёка, значит, у нас общая цель. Да? А копье тогда зачем? Защищать тебя. У тебя есть другое оружие. А эти откуда тут взялись? Они умерли! А, ну да, логично. Нифига себе, там ухватило одной оплевухи, чтобы откинуться. Там Атрей видел. Путник. Не люблю драться с ними, когда они Верь живы. Павших. Путник. Меняю стрелы! Ты
Ялфа! Так броню сейчас будем сдирать. Глуши его, добиваю. Куки съели. Что там нового? Ты можешь ломать их броню, держась поближе и уклоняясь от ударов. Но если такой путник поднимет меч, для удара с замахом надо уносить ноги. Броня что-то высветилась. Амулет что-то. Блин, а как? Ну, раз ты не готовишься к Рагнарёку, тогда скажи, зачем тебе это копье? Я говорил тебе правду. Твой черед. Мы с тобой не ровны. Я твой отец. Не уходи от вопроса. Нужна лапка Брока срочно. Так, здесь тоже дверь с подвохом или как? Так. Ага, я понял. Может мне вогнать стрелы в ту дверь? Вот так. Идем. Да, ты уже это сделал, Дрей, молодец, ты уже это сделал. Там есть где-то наверх, подожди. А, это назад. Мы рядом. Обещай, что не убьешь его, ладно? Стараюсь. Обещать не буду, но я постараюсь его не убить. А трэшу не идет? Где тут? Вперед не пройти, но в стене есть какое-то углубление. Копье туда влезет? Да. Влезет. Ну подожди, здесь какая-то лаз есть. Тут, ну это не серьезно, это не интересно. Интересно, отрейтили? Могу бы слазить и забрать, чтоб мне не лазить. Еще тундурь. Может, наконец-то сильная рунная атака для копья выпадет? Удар тысячи воинов. Ага. Град ударов драупнером, пронизывающих тело врага многочисленными копьями. Нажмите для нанесения дополнительных ударов.
Я думал, лезть вверх нужно. У тебя есть план? Я придумываю на ходу. Но ты спрашиваешь не о Гарме. Одина не перехитрить. Пока получалось. Уверен. Что теперь? Попробую его укротить. Укротить? Ну да. Волков я укрощал. Ничего себе. Укротитель волков. Ах ты гад. Ну как, не жарко? Это я был просто промороженный. Поэтому я медленно. Блин, я случайно вторую руничку атаку прожал. Да, иди. Ладно, я отвлеку Гарма. Заморозь его цепью топором, чтобы он не сбежал. А потом закрепи. Нет, слишком опасно. Это хороший план. Вперед! Стой! Кстати, я не помню, правда, видел то, что Атрей научился превращаться в волка. Не заморозит. Хватайте звенья цепи, пока Гарм не сбежал. На. Ему это не понравилось. Мы же... Кто научил тебя контролировать превращение? Один? Нет. Мы не будем делать так, как он сказал. В следующий раз будет по-моему. Хорошо. Научила нас Ангербода. На! Сбитие в воздухе четко так получилось. А ну прыгай! Прыгайте! Получилось. Давай, до свидания. Почему не сработало? Ты же не нарочно, правда? И кто из нас недоверчив? Прости, это я зря. Просто я думал, получится. Потерпи. Мы найдем способ. Парадом убивает. Кажется, я его слышу. Теперь сделаем по-моему. По-твоему, значит... Ровно то, что ты подумал. А если как-нибудь... В наших силах предотвратить новые разрушения. И мы это сделаем.
Хорошо. Безмолвная равнина, да? Поляна, почти угадал. Идет убивать. Пройти не получится. А, он зеленый. Ух ты ж как. Не обязаны драться. Ты его не вразумишь, Атрей. Берегись себе! Бегу, 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 я понял. Что нужно сделать? Он вырвался! Надо заморозить цель! Ага. Ой. А, заморозить цель! Блин. А, не вовремя. Стой под ноги. Я не пойму. Не пойму, как заморозить цепь. Сейчас. Заморозь цепь! Верь мне! Скорей, хватай! Хватаю. Он упал! Что делаем? Добиваем или что делаем? Или его... Это самое... Я понял, почему его держали на цепи. Вторую не поймал. Где мой топорик? Или лучше не топорик? Не жалей его! Так, не успел. Ты не надоело все крутить? Ой, прям шип, да? Ой, булыжник был. Потренироваться отбивать. Не, должен быть какой-то другой способ. Ой, прям попал, хорошо. Робер. Надолго. Поднимается. Ух. Похоже, он собирается напасть. Он решил пострелять. А как он стреляет? Огненным дыханием. Ого. Go!
Смотри под ноги. Попал, да? Ты отбил. Ты у меня. Камешек найди. Ходящие под лапой ему прям подлез. И кто? Еще раз. Вовремя. И опять не вовремя. Атрей. У него уже сил нету. Заспяло. Слушать его цепью. Атрей! Колонна! Скорее! Сейчас! Прощай. Мы пытались. Все кончено. Мне так жаль, что это случилось. Из-за меня он сбежал. И погиб. Иногда по-другому нельзя. Я знаю. Воссоединение. Покинуть Хельхейм. Жаль. Можем пойти домой? Атрей. Я знаю. Закрыть свое сердце. Закрой свое сердце. И трезни. Так. Дважды нажмите Q, чтобы совершить рывок в сторону врага, блокируя все его атаки. Ну, интересная штука, как бы. Но даже не знаю. Она закрывается. За воротами есть шестеренка. Надо как-то ее заморозить, да? Да. Да. Ау! Нет, подожди. Стрелы печати ничем не помогут. Да! Максимум, короче, второго уровня. У тебя есть идея? Может, с помощью печати перенести лед к шестеренке? Ты сказал, печати не помогут. Получилось.
Ну так, а что ж ты обманываешь меня? Идем, ворота открыты. Скорей, пока не оттаяли. Бегу, бегу. Пока тебя не было, я нашел Норн. Они сказали, Хеймдаль хочет убить тебя в Асгарде. Хеймдаль? Норны? Я думал, ты в это не веришь. Это что еще такое? Опять цепь. Он жив. Бежим! Скорее, в полу есть брешь. Он вернулся? Что нам делать? Я не знаю. Не знаешь? Не стой! Беги! Куда? По лестнице! На выход! Скорее! Сейчас я их прочеплю. Кстати, отец! Стоишь. Вау. Я почувствовал его свежее дыхание. А, нужно драться. Куда минус? Куда он лежал? Птичку Одина я протыкал или нет? Я вроде бы как ее не слышал. Если мы не найдем его, мертвецы заполонят миры, и они рухнут. Научись усмирять свой разум. Я узнал, что мне проще в хаосе. Что еще ты узнал? Что нам лучше доверять друг другу. Вроде бы я не видел больше птичек Одина. Слышал? Где он? Берегись! Новый проход появился. Пять кратов в пасть лезет. Ты цел? Да. Цел. Теперь сразимся. Да, продолжаем. Вау. Вовремя я уклонился. Может и есть. Может и нету. Вон, вижу, что-то на ноге. А где раненая нога? Вижу. Все, не вставай, не вставай. Ну не вставай, он говорит. Да, я вижу. Почему он никак не уймется? Такова его суть. Тогда надо срочно ее менять. Словно бы у него нет души. Стой, я могу его остановить. Как? Останавливай. Верю, как? Сделай залазь. По-твоему. Да сколько у тебя сил? На лапки ему. Подобрать кого? А, на. Это будет желтая. Падает, лезь. Это наш шанс. Давай. Враг оглушен, хватай.
хватаю. Лезь на него. Блин, такие кадры были красивые для приземки. Хоть бы сработало. Прости. Как... Это так ты его приручаешь? А он хочет ему душу дать. Душу великана из шарика. Получилось? Или опять убежал? Что теперь? Найдем его. Пошли. Да я камушки подсобираю. Или у меня нормально по здоровью? А у меня нормально. Думаю, он пошел сюда. Поищем другой путь наверх. Что ты сделал? Помнишь, мое заклинание дома, когда умер Фенрир? Тогда я не понял, что случайно запер его душу в своем ноже. Души очень сильны, и я подумал, душа Фенрира могла бы... изменить его суть. Да, посмотрим, что вышло. Ничего себе. В Мидгарде, перед тем, как на нас напала Фрея, ты сказал, что должен меня защитить. От чего? Я видел пророчество. Ты... умер. У меня на руках. Я тоже видел. В Йотунхейме. Что? Ты знал? Поэтому ты так усердно меня всему учил. Когда-нибудь тебе придется выживать без меня. Этому не бывать. Я этого не допущу. Нет. Всякий путь заканчивается. Но не наш. Только не так. И вон он лежит. У меня глаза стали не синие, а красные или желтые. Ты как? Прости, что ранен. Уже все. Честно. Фен? Это ты? Офигеть. Молодец. Да. И я скучал. Я не знал, сработает ли. Получилось. Сидеть. Как такое возможно? Это магия великанов. Я научился. В Асгарде? Нет. Асгард здесь ни при чем. Опять секреты? Нет. Обещание. Кое-кто верит, что я его сдержу. Как ты сдержал обещание маме. Крадется. Вот что я могу, если ты мне веришь. Домой. Дело сделано. Нужно сказать остальным и решить, как быть дальше. Фенрир. Волк Фенрир угасает с каждым днем, а Трей заботится о нем изо всех сил, не жалея признаться, что он обречен. Раньше я бы посоветовал сыну закрыть сердце для этой утраты. Но он уже пережил слишком многое. Я вижу, что его сердце полно сострадания, и я горжусь тем, каким он вырастет. Но в первую очередь он должен быть готов к мрачному будущему. Смертоносный пес Хеля, терзавший ткань миров, теперь стал Фенриром, вернувшимся волком Атрея. Душа этого волка осталась в ноже моего сына, когда тот вонзил его в Гарма. Она заняла его тело.
Я не боюсь способностей Атрея, но временами его могущество меня удивляет. Значит, ты добыл копье, когда Норны сказали, что Химдаль попытается меня убить, да? Да. Химдаль ублюдок, но ты ведь уже не тот, что прежде. Не убийца богов. Ты не хочешь войны? Нет. Но я сделаю что угодно, чтобы тебя защитить. Я Трей. Трей! Где ты е? Не понял. А, вон. Подожди, я Трей. Здесь я вижу вот какая-то... Подожди. Птичка Одина осталась же. Где-то здесь. Вообще-то... Здесь цветок. О. Думаю, это душицвет. Это должна быть птичка Одина. Я думаю, мы должны были ее услышать или увидеть. Ну, в любом случае. Ну, может, конечно, есть какие-то скрытые прям птицы, что ты ее... Ну, не увидишь, если не захочешь или не знаешь, что она там должна быть. Так, здесь вертилка. Ну вот, открыто. Может, заморозим ту шестеренку печатью? Только как? А, вижу, Атрей, вижу. Так, первая булька, значит, сюда. Алка! Вторая сюда. А, ту надо было побольше делать. О, еще. Получилось. Отец, если богиням судьбы нельзя верить, что тебе дает слов? Если это касается тебя, я не могу рисковать. Смотри. Так, Хрёсвельх. Могучая Хрёсвельх, пожирательница мертвых. Сотворившая ветра, не первая и не последняя из тех, кого называют Хель. Со времен первых морозов этот титул носили 9 предводительниц. Однако власть Хрёсвельх оказалась самой долгой. Когда же она закончится и как свержением или добровольным отречением, мертвые смотрят и ждут. Нам да, вправо. Ага, здесь это обратно на арену, я вижу, можно спуститься для чего-то. И на птичку никто не видит. Так, здесь есть вот эта штука. Там была лестница в другую сторону. О, слышу, вот он. Еще 4, и мы сможем открыть предпоследний сундук. Он пес наш, нет? Или мне показалось? Он же отправился домой. Что это за ворон огроменный? Смотри, это Хрёсвельх. А, Хрёсвельх. Мы говорим с ней? Не сдохель. Ты мирол? А, кстати, у нас 100%. Давайте подойдем. А мы вроде в первой части тоже его видели. Хрёсвельгер! Гармулейса! Герку!
говорит, что осталось 6, и что нам не стоит ждать благодарности. Их вообще не должно было быть. Она права. Рёсвельх, да о чем они? Рёсвельх. Мы поговорили с Орлицей, которая правит Хельхеймом. Когда в прошлый раз я дрался с хранительницей моста, она следила за мной издалека. Теперь, выпустив Гарма, мы создали 6 разрывов, ведущих в Хельхейм. Рёсвельх недовольна, но она не выглядит нашим врагом, и это хорошо. Мы исправим то, что мы наделали. Пойдем, Андрей. Проверял, сколько памяти осталось. 7 гиг еще есть. Раз хватит на серию. Так, подожди, нам... Ага, врата вот, а это... Здесь мы были. Ну, у нас все. Хельхейм у нас на 100% зачищен. Здесь нам больше делать нечего. Мистические врата засыпало. Сейчас. А вторую же сам не мог. Что с тобой? Я опять становлюсь собой прежним. Злобным. Недоверчивым. С тобой. Сейчас и тогда. Я оттолкнул тебя. Без тебя я безрассуден. Самонадеян. Я совершаю ошибки. С чего я вообще решил, что справлюсь один? Ты был прав. Нет. За это время ты стал настоящим воином, достойным своего имени. Это я. Я был не готов. Ты не должен быть кем был, лишь потому что я не рядом. Договоримся. Я буду в мыслях обращаться к тебе, когда ты не рядом. За советом. И ты делай так же. Ладно? Я должен знать, что без меня ты будешь в порядке. Атрей. Извини меня. Не извиняйся, отец. Стань лучше. Идем домой.
Все, что написано, можно перечеркнуть. Помнишь? Пророчество не должно решать за нас. Тогда мы сами определим свою судьбу. Вернитесь домой к Синдре. А если... А у нас нет выбора. Ты хотел еще что-то сделать, прежде чем вернуться? Нет. Сперва заберем Мимира. Потом расскажешь, чему научился в Асгарде. А потом будет видно. Ты правда относишься к нему как к брату. А что, Фрея? Она теперь тоже живет с нами? Направив свой гнев на Одина, она поняла, что у нас не общие интересы. Ха, я пытался убедить ее в этом, но... Когда это? А, до того, как я сказал тебе, где был ночью. Вот как. Она же меня не убила. Я и молчу. Я сделаю сохраночку. Может, делать разделение здесь, я не знаю. А ну или здесь можно. Ну, смотрите-ка, кому удалось найти линдвурмов. Ну, давай, позвони, покажи, что нашел. Там еще не все у меня. В принципе, мы можем здесь остановиться, как бы. Перед дверью. Врата не работают, да? Врата только сюда. Да, я думаю, как бы брифинг вступления следующей миссии мы оставим на следующую серию, чтобы оно было как бы цельным. В принципе, здесь как бы, можно сказать, логически серия завершилась. А дальше уже тогда, я думаю, мы дальше по сюжету тоже пойдем. Мы пока есть побочные задания подзачистили, остались пока есть сюжеты. Пока мы двигаемся все время по сюжету. Все тогда, ребяточки, тогда на этом я буду на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока, до скорой встречи.